Каждый день этот мир покидает навсегда около 160 тысяч человек. Основное количество этих людей верующие в одну из мировых религий, верующих в то, что после физической смерти есть некая иная, более прекрасная жизнь. И даже упорно стоящие на своем атеисты, многие из них перед смертью надеются, пускай и не говорят об этом, что далее будет что-то еще, и их история не может просто так навсегда закончиться небытием. Суть не в религиях или атеизме, суть в выборе. Давайте подумаем, если бы жизни после смерти не было, но мы могли бы ее создать, не в зависимости от того, верим мы в Бога или метафизический мир или нет. Если бы мы могли бы сами создать мир, где после того, как покинули свое тело в старости, встретились бы с теми, кого любим, и познали бы счастье, которое так и не обрели здесь, на земле. Мы бы выбрали абсолютное небытие или все-таки продолжение истории, где мы существуем, что-то делаем, испытываем эмоции и, главное, отвечаем на фундаментальные вопросы реальности, материальной и метафизической. Конечно же, существование лучше, чем несуществование. Хотя сравнить и понять, что такое несуществование, весьма тяжело, так как это не покой, не сон, не темнота, это отсутствие твоего сознания и понимания, что ты существуешь. С другой стороны, нам очень легко вспомнить, что нас не было до нашего рождения. Да, можно долго спорить о том, существует ли переселение душ и прошлое, а также будущие жизни. Однако подавляющее большинство людей с легкостью может сказать: «Я не помню себя до рождения». То есть, вот как может выглядеть, когда меня нет. До рождения меня же не было. Я не помню там ничего, и после смерти меня может не быть, так же, как и до рождения. Я не помнить, не знать, не понимать этого не буду. Под одним из моих видео, посвященных 5 доказательствам жизни после смерти, в комментариях разгорелись многочисленные споры. Люди очень уверенно писали о том, что точно жизнь после смерти существует. Вторые также уверенно писали, что жизни после смерти нет. И те, и другие приводили свои казавшиеся им убедительные доказательства в пользу своих высказываний. Многие делились своими историями после того, как пережили околосмертный опыт. Были те, кто писал, убеждая, что они умерли и видели иной, порой более прекрасный, а порой и более ужасный мир. Были и те, кто убеждали, что умерли и не видели ничего, их просто не было, а значит и никаких раев, адов и встреч с умершими родными не существует. Сегодняшнее видео на канале «Нулевой пациент» будет уникальным, так как сегодня вы увидите реальные свидетельства людей, которые умерли и воскресли. Их рассказы набрали миллионы и миллионы просмотров, благодаря шокирующим откровениям, которые они принесли из мира ждущего людей после смерти. Среди них будут верующие и атеисты, мусульмане, христиане, буддисты, те, кто побывали в аду и раю. Благодаря им, этим людям, перешагнувшим через черту, мы постараемся понять и узнать, существует ли жизнь после смерти или это выдумка, и каждое сказанное слово – обман. Там, в ином мире, мы лишь пешки, которыми управляет или у нас есть выбор, и мы способны сказать «нет» истинным хозяевам человека. Сегодня будет очень интересно. Вы на канале «Нулевой пациент». Подписывайтесь. Мы начинаем. Неверие в жизнь после смерти – изобретение весьма новое. Убежденность в том, что реальность заканчивается с остановкой ритма сердца, возникла совсем недавно и укрепилась в головах многих людей, и в частности атеистов, после того, как человек начал летать на самолетах по небу, а также в космос, где, как оказалось, нет рая, Бога и ангелов. Изучая кору Земли, буря скважины, мы также не обнаружили под землей ада. Да, пробурив самую глубокую скважину в мире глубиной всего 12 километров, ученые записали крики находящихся в подземной преисподней людей, мучающихся в аду. Вот эта шокирующая запись.
Но это, конечно же, оказался лишь очень удачный и растиражированный фейк. Там под землей нет ада, нет и рая там, где его обещали, а значит, нет и жизни после смерти. Это очевидно, здесь атеистов можно понять. Верующие люди изворачиваются, рассказывая и выдумывая, что ад и рай существуют в мистическом параллельном мире. Однако, если это так, то как я могу страдать в параллельном мире, например, в аду, или получать удовольствие, например, в раю, если это места нереальные, нематериальные, а значит и огонь, и райские кущи нереальные, это подделка. А если все подделка, то и тело мое там подделка, ведь мое настоящее тело здесь сгнило в земле или было сожжено. И мучить меня не получится, у меня нет плоти в мире метафизики. Пожалуйста, не нужно мне ничего рассказывать о духовных страданиях, вы ничего не знаете о том, как ведет себя ваша биохимия и нервная система в моменты, которые вы называете духовными страданиями. Знакомьтесь, это кинуренин. Гормон несчастья. Вы даже и не слышали о таком. А вы думали, когда вам плохо на сердечке, это духовное ощущение, а не обусловленное некими, вполне биологическими компонентами. Знакомьтесь, холецистокинин. Нейропептид, отвечающий за чувство паники и тревоги. Всего этого нет в мире метафизики, а значит, несчастными или напуганными вы там быть не можете, тем более и страдать от огня, мучений вы не можете, нет нервных волокон, это касается и удовольствий. Именно так считают глупые, неразумные дурачки-атеисты и неверующие, если у них, конечно, есть такие знания, а это вряд ли. За это они заплатят, верующие это отлично знают. Один атеист умер, не верил, воскрес, и вот что рассказал. Человек весьма серьезный в мире атеизма. То, что он вам сейчас расскажет, шокирует. Слушайте. Ты чуть не умер. Ты знаешь, я внезапно почувствовал боль, которая прострелила мне живот. Я такой, о черт, что это такое? Через несколько минут я не мог встать, а примерно через 10 минут я начал слепнуть. И чудом, я даже не думаю, что врачи это понимают, но чудом я был еще жив, когда попал в больницу. Я потерял 90% своей крови. Я не знал, что умираю, но я умирал. Я был как раз в некой сумеречной зоне, и подо мной разверзлась черная шахта, и я почувствовал, что меня начинает затягивать в нее, и мне не хотелось идти. Там было холодно, темно, черно и бездонно. Я просто знал, что не хочу туда спускаться. Вот и все, атеисты и неверующие, как и было обещано в религиях, вы будете гореть в аду, и не важно, что вы атеисты, хорошие люди, всем наплевать на это, включая богов, вы не верите в Создателя нашего и не славите его, значит, вас ждет ад. Мрази, ведь наш Бог – это любовь, добро и адекватность. Вопрос. Если верить в Бога, но при этом делать какой-то ужас, то попадешь в ад? Нет, это так не работает. Согласитесь, то, что рассказывал в интервью Джо Рогану убежденный атеист, удивляет. Самое интересное, что в момент, когда он умирал, он не видел, что попало, что способен был выдать его агонизирующий мозг. Он увидел нечто конкретное, а именно тоннель, ведущий куда-то вниз, а именно в ад, где и следовало бы быть атеисту после смерти. Данного человека тяжело заподозрить в необъективности и в том, что человек ждал именно это увидеть в предсмертных переживаниях. Однако он увидел именно то, о чем предупреждала его христианская религия, что он увидит именно это после смерти, если не покается и не уверует в истинного Бога. Согласитесь, данное свидетельство очень хороший звоночек для атеистов, если они не хотят оказаться в аду. Сейчас не о том, что правда, а что нет. Сейчас вопрос в другом. Скажите мне, верующие, не совсем, напишите об этом в комментариях. А за что отправлять по тоннелю вниз в ад атеиста, если он не сделал ничего плохого? За что ему в ад? Потому что не верит в Бога, который есть любовь, но только не тогда, когда в него не верят. Ну что ж, придется поверить в Бога хоть какого-то, и тогда ад меня не будет ждать. Стану мусульманином или буддистом, это поможет. Нет, не поможет. И вот какую жесть рассказывают мусульмане о том, что ждет многих правоверных мусульман
после смерти. Доктор Шабир, вопрос такой. Если ислам истина, почему околосмертный опыт людей и опыт рая и ада подтверждают спасение через Иисуса Христа? Я никогда не встречал ни одного свидетельства, подтверждающего ислам. Да, это интересное наблюдение, и вы знаете, мы знаем о множестве книг, написанных в последнее время. Мы рассмотрели некоторые из них, которые подробно описывают опыт, который пережили некоторые люди. И просто чтобы подвести итог общим явлениям, это похоже на то, что кто-то близок к смерти. Может быть, кто-то находится на операционном столе, и каким-то образом они ощущают, как их душа покидает тело. Может быть, парит над ними и видит, как делается вся операция. И в то же время эта душа испытывает мощное воздействие света, и может быть, в конце этого туннеля, состоящего из света, есть фигура, по-видимому, похожая на Иисуса, встречающая их. Ничего себе, то есть околосмертных мусульманских опытов, рассказанных очевидцами, нет. Вы не поверите, но вы их практически не найдете, их очень мало, и многие из них сомнительны. Многие же мусульмане, которые пережили околосмертный опыт, при этом утверждают, что их после смерти встречает Христос, не Магомед, не Аллах, не Джибриль, а именно Иисус. И мы видим, что это признает даже спец по исламу. И выкручивается, говоря что-то, что себе нафантазировал, то и видишь. Но атеисту Джо Рогана ничего не фантазировал об аде и тоннеле, ведущем вниз, как и мусульмане Христа. Может быть, это указывает на то, что все-таки христианство – истинная вера, а не ислам. Не нужно злиться, мусульмане, не я ведь о такой корреляции заявляю, а истинные мусульмане, один из которых специалист по исламу на чисто исламском канале. Разбирайтесь с ними, а также с теми, кто видит у вас там Христа после смерти. Хорошо, хоть всего этого бреда нет у буддистов, у них все тлен, все пустота и безмятежность. Пойду к ним. Единственное, прошу, не пугайтесь, когда услышите, что рассказал буддист, который умер и воскрес, побывав в мире мертвых. И моя мама говорит, давай помолимся Будде. Мы молились усерднее Будде. Ты знаешь, мы пытаемся молиться, и вот я на 6-й день, 7-й день, 8-й день без сна. Где-то на 9-й день я думал, что получил тогда, но теперь я знаю, что это был дьявол. Буддийский бог пришел ко мне, но как азиатский дедушка. Он разговаривает со мной, как я говорю с тобой прямо сейчас, Джос. И он говорит, Стив, я знаю, что ты страдаешь, если ты убьешь себя, если ты предложишь мне свою жизнь в жертву, я дам тебе на 50 тысяч лет ада меньше. Я подумал, знаешь, что это очень много, потому что я не могу спать, я так подавлен, что мой мозг словно зажаренный. Я даже не знаю, какой сейчас день или время, мне нужно выбраться из этого беспорядка, мне нужно достичь нирваны. 50 тысяч лет ада меньше звучит неплохо для 3 минут боли, поэтому я пошел на кухню. Я написал маме письмо, в котором говорилось, мама, мне так жаль, что я подвел тебя в этой жизни, но я надеюсь увидеть тебя в другом мире. 4 или 5 офицеров вбегают в комнату и говорят, брось нож, и я даже слушаюсь. И буддийский бог, дух, дедушка говорит, сейчас или никогда, поэтому я пошел на это. И вы знаете, я поделился этим свидетельством в 3-4 церквях, на 500 телеканалах и радиостанциях, и каждый раз это одна и та же история. Я порезал себе шею. Вот здесь остались шрамы, и мой дух начинает тонуть, брат, он просто начинает тонуть. И было такое чувство, будто я в лифте, просто падаю. Американские горки, двигаясь вниз, но они так и не поднимаются вверх. Примерно через 5 минут я, бум, я приземляюсь, и я оглядываюсь вокруг, и я нахожусь в этом месте, полном темноты, и я думаю, что происходит? И вот передо мной люди, слева и справа от меня, вообще нет солнечного света, нет никаких растений, только сухая каменистая земля, фиолетовые камни. И там были демоны, и на них были эти плащи, и я знал, что они управляют этим местом. Я сверхъестественным образом знал в тот момент, что это место называется адом. И ты должен понять, брат, я даже никогда не верил в ад. У буддизма, если быть откровенным, вы тоже не встретите особенных рассказов об околосмертном опыте, потому как они им и не нужны. Ведь у них есть схема, что и как происходит, и что нужно делать после смерти. У них есть возможность противостоять влиянию тех, кто сильнее тебя после смерти, и выбирайте из какого-то количества вариантов тот, который тебе понравится больше всего. При этом сроки и вехи того, что будет происходить с человеком после смерти, поразительно повторяют те, которые есть в христианстве. 3 дня, 9 дней, 40 дней.
Мудрые буддисты, оказавшиеся самыми большими хейтерами по отношению к тому, что я рассказываю, кто бы мог подумать, утверждают, что к христианам придет Христос после смерти, к буддистам Будда, к мусульманам Магомед. То есть все происходящее там какой-то театр и шоу, цель которого тебя запутать, добиться от тебя послушания и смирения. То есть там хотят сделать так, чтобы ты плыл по течению и не сопротивлялся. Если верить рассказу парня, бывшего буддиста, пережившего клиническую смерть, все не совсем так, и буддизм злой, и ничего кроме христианства не является истинной верой. Однако есть как есть, и буддизм, следует сказать, более мудро подходит к вопросам смерти и того, что нас ждет после нее в сравнении с другими религиями. И да, буддизм – это религия, а не учение. Именно поэтому практически во всех странах мира буддизм официально зарегистрирован как религия. Поэтому буддисты и симпатизирующие им, разбирайтесь опять же не со мной, а с теми, кто стоит во главе буддизма. Все претензии к ним. Религиозный взгляд на то, что будет после смерти, нам понятен. И в общем-то все, кто там якобы побывал и вернулся, утверждают, что там все примерно так, как было обещано в религиозных книгах. Но как быть со здравомыслящими людьми, которые не были ни атеистами, ни верующими, а просто воспринимали этот мир таким, какой он есть, и тоже волею судеб побывали в зазеркалье, смерти, умерли и потом вернулись к нам? Что рассказывают такие люди? И вот здесь начинается самое интересное. Так что, когда я проезжал между двумя припаркованными машинами, другая машина подъехала и сбила меня. Первое, что я помню, это то, что все потемнело, как будто растворилось в черном зеркале. А потом я помню, что все снова появилось, и я мог видеть себя. Я мог видеть, как мои глаза закатываются на затылке. Следующее, что я помню, что все снова потемнело и снова вернулось. Но я сижу с кем-то и опираюсь на него, и я наклоняюсь в сторону, и я чувствую кого-то, потому что я, знаете ли, прижимаюсь к нему. Я думаю, что это человек. Так что я открываю глаза, и моя голова опущена, в то время как он смотрит вниз на землю. И когда я открываю глаза, я вижу чьи-то волосы, они почти касаются земли, они длинные, они серебристо-белые. И я также заметил низ туники, поэтому я повернулся, чтобы посмотреть на существо. Его лицо было полностью белым из света. И когда я смотрю на него, меня словно втягивает. И я смотрю на его лицо, и меня втягивает в его лицо. И мы немного поговорили, я спросил, что случилось. Я отчетливо помню, что не знал, почему мы не шевелим губами, но мы говорили, не двигая губами. Но на самом деле говорили, не говоря. И когда я оказался втянутым в это лицо этого светящегося существа, я начал видеть другой мир, и я получил мгновенное знание в этом мире. Был мир, не было ненависти, не было гнева, не было боли в этом другом мире. Я хотел туда пойти, и я не был уверен в то время, что это было, но как я бы назвал это сейчас, это были небеса. Для меня это было мгновенное знание. Тогда, именно тогда я начал чувствовать, что я был вне своего тела. В этом есть что-то другое, поэтому существо сказало мне, что еще не настало мое время, и они вернутся. И когда это существо заговорило, тогда что-то внутри моего мозга просто сломалось, и вся эта информация об энергии и квантовой физике, то, о чем мы говорили во время того околосмертного опыта, вот когда все начало открываться, и я мог получить доступ сейчас, когда у меня было достаточно знаний, чтобы как бы обработать это, потому что раньше я не мог бы обработать или даже узнать, что это такое. Существо показывает мне поле, это выглядело как чертеж, и мне сказали, что это чертеж творения, что мы находимся в квантовом поле, и они начали рассказывать мне о том, что у всех живых существ есть чертеж в этом поле, к которому они могут получить доступ для исцеления физического, эмоционального. Интересно, правда? Удивительное многообразие миров, событий, людей, существ, состояний. Меня среди всего интересует больше остального формулировка, встречающаяся у многих людей, которые рассказывают о своем околосмертном опыте «еще не время». Будь то Бог или ангелы, или существа, или отошедшие в мир иной родственники, в какой-то момент умирающему говорят «еще не время», и ты должен или должна вернуться и что-то там в мире еще сделать или даже рассказать о том, что тут узнал. В итоге человек ничего особого никогда не узнает.
То есть формулы лекарства от рака он оттуда не приносит или чего-то полезного, раз. Ну, расскажет он, что есть жизнь после смерти. Ну, так для верующих людей, определяющих себя как духовных, это не секрет. Ничего особенного вернувшиеся люди значимого для человечества не делают. Никогда три. К чему эта чепуха с возвращением? Но самое интересное, что нет, сказать ты не можешь. Я остаюсь. Я, конечно же, уважаю ваши слова и желание меня вернуть обратно в мое тело, но я тут подумал и передумал. Не хочу, остаюсь здесь, ведь я хозяин своей жизни. Не так ли? Нет, зайненька, не так. Если они сказали не время, ты вернешься. И ты вернешься, потому что подчинишься и не сможешь противостоять. У тебя нет такой возможности, нет сил для этого. Тебе противостоит мощнейшая машина, мощь и объем которой ты даже не можешь осознать. Буддизм, как я и говорил, учит противостоять чужим решениям после смерти. Как они утверждают, можно победить, раз. Они способны сами решать, куда уйти, два, не спрашивая разрешения. Кто ты человек, если ты не человек? Если у тебя нет ног, рук, сердца, глаз, дыхания, голода, центральной нервной системы и пола. Итак, кто ты человек после смерти, если ты не человек и ничего из того, что бегает ножками по земле, плавает или летает? Если ты не то, что тебе знакомо, ты не знаешь, кто ты человек. Ты даже не можешь себе этого представить. Все процессы, связанные со спокойствием, удовольствием или горем, болью или наслаждением, просветлением, любовью, отчаянием или одиночеством, наказанием или поощрением, это все человеческое, то, что ты можешь ощутить сейчас. То есть жизнь после смерти копирует земную, а не наоборот. Рай выглядит как тропический курорт или альпийский пейзаж, потому что именно так выглядит рай для человека. Ад состоит из цепей, пламени и вил, потому что люди на земле проходили через этот ад. То есть метафизический мир копирует нас, а не мы копируем метафизический мир. Они плагиатят наше представление о прекрасном и об ужасном, создавая там все под нас. А как иначе? Земляне, представьте себе нечто, напоминающее туман, состоящее из нечто, что тебе, человек, напомнило бы мелкие частички жидкого стекла, цвета, который ты не можешь определить. Этот туман бурлит все время, раз в 30 минут застывая, покрываясь треугольными паттернами, которые срываются с хлопками вперед, вправо, потом влево. Этот туман, это бытие находится вне времени и вне физики этой вселенной и человеческих знаний. Внутри этого тумана ты. Ты его часть. Без глаз, без рук, без тела. Без пяти знакомых тебе органов чувств. Самые мощные и передовые земные приборы, фиксирующие волны, о которых люди узнают только через 1000 лет, фиксируют нечто, что в этом тумане издает определенный периодический звук. Вот он. Его издаешь ты, среди таких же живых форм, в этом тумане, являющемся этим туманом. Они издают нечто очень похожее на твой звук, но немного другой и в других диапазонах. Тебе очень важно делать то, что ты делаешь там. Ты испытываешь невероятно сильные и яркие чувства, существуя так. Чувства, которые никак не знакомы человеку, но они сильнее, чем самая сильная любовь и страх в миллионы раз, испытанные людьми. При этом это и не то, и не другое. Представил? Конечно же, нет. Но ты можешь почувствовать, насколько это аномально, непонятно, необъяснимо. А теперь представь, что это нечто, это некая форма жизни в миллион раз более совершенная и выше в эволюции всех реальностей, чем человеческая. И ты должен стремиться к этому. Но ты этого не сделаешь, потому что тебе страшно утратить все, что ты знаешь о реальности, что укладывается в твоей голове. Понимание добра и зла и смысла. Многие выберут оказаться в аду, лишь бы не утратить связь с тем, что нам знакомо и понятно. Там знают об этом, именно поэтому там копируют знакомую жизнь нам здесь, обладая возможностью отправлять нас обратно сюда, говоря «еще не время» или говоря «время»,
Настало. Ты побыл здесь достаточно, пора вернуться обратно. А не пошли бы вы, друзья, в пешее эротическое путешествие? И свет, и тьма, я сам разберусь, куда мне отправиться. Но постой, если ты не человек, и не то, что тебе известно, и то, что ты можешь представить и ощутить, не знаю, но я готов узнать, я готов рискнуть и отправиться дальше и выше всего того, что люди считают божественным, что вкладывается в рамки понимания человеком реальности и понимания таких категорий, как совершенное ничто и бесконечность. У меня есть мои личные доказательства существования реальности после смерти. Тем, кто в это не верит, я ничего не докажу. Те, кто верит в это, меня поддержат. У меня нет сомнений, что реальность после смерти существует, что это все то же самое, что происходит здесь, только с большими возможностями и физическими вводными. Такая себе подписка премиум плюс. Жизнь после смерти даже не вольер, который сдерживает коров от того, чтобы они не сбежали. Это и есть ферма, ее продолжение. Материальная, просто иная ступень, где многие коровы немного меняются и находятся по своей воле и против нее. И я понимаю во многом их, ведь кто они, если не люди, они этого не знают. Сферический шарик без пола, без категории добро и зло, решающий, куда приткнуться, чтобы у него появился смысл, чувство и время, которые постоянно заканчиваются, которые придают всему смысл. Реальность непостижима, но одно мы знаем точно. Мы знаем, если довериться мифам и религиям всего мира, эзотерике, мистике и так далее, что существует некая духовная, метафизическая индустрия, гигантская вокруг человека, существующая лишь благодаря человеку и ради человека. Это гигантский комбинат, окружающий нашу ферму. Земля существует и процветает лишь с одной целью, что тот, кто там оказался, оставался все время пустым и слабым. И для того, чтобы корова, точнее ее сознание, никогда оттуда не сбежала. В противном случае придется жителям метафизического мира оказаться в коровьей шкуре. Но в роли коровы кто-то должен быть 100%. Товар должен продолжать добываться и поставляться. Молоко, элемент должен продолжать идти. И хозяин фермы говорит всем, кто слабее его: или вы коровы, или вы добываете элемент, или вы обеспечиваете работу ферму и доите их. Посмотри на себя, человек, оглянись. Ты пуст, реальность изнасиловала твою душу и твой разум. Тебя выдоили, выкрутили, высушили как тряпку. Сил для того, чтобы совершить прыжок или чудо в своей жизни, у тебя не осталось. У тебя забрали эту силу, ведь такая судьба коровы, ее держат лишь для пропитания молока и мяса. Вы когда-нибудь видели стаи диких коров? Нет, потому что их не существует. Этот вид, это животное существует лишь для того, чтобы давать пищу тому, кто ее хозяин. Представляете, сколько мировая индустрия зарабатывает на молочных продуктах? А что, если бы корова была бы свободна и сама бы устанавливала бы цены на свою продукцию и сама бы продавала то, что ей принадлежит? Что бы было бы? Корова была бы свободна, она бы была бы богата, она сама решала бы, как о ней надо заботиться и надо ли. Она сама в таком случае сможет решить, какие пункты должны быть в ее контракте на работе и при выходе на пенсию. Она сама бы решала, как ей говорить с покупателем, а покупатель бы хорошенько бы думал, как ему говорить с коровой, чтобы получить то, что ему надо. Но на нашей ферме корова раб, и у тебя все заберут против твоей воли. Но представь, если бы ты сам или сама распоряжался бы своим молоком, элементом. Быть может, так кто-то уже делает. Всех приветствую. Я хочу оставить отзыв о прохождении курса по накоплению элемента от Петра Крижановского. Хочу вам сказать, что я проходила очень много разных курсов, которые практически не дали никакого результата. И даже если вы не верите в чудеса, то они обязательно случатся. Даже помимо вас. С запросом я приходила на этот курс, даже у меня как бы и не было никакого запроса. Мне просто была одна мысль в голове, чтобы было все справедливо. Случались такие вещи, о которых я даже не мечтала. Еще раз повторяюсь, у меня не было никакого запроса. Я скептически абсолютно относилась, я не понимала,
что будет происходить на этом курсе. Потому что я сказала, что ну, этот курс будет у меня последним, потому что все, что можно было, я уже попробовала. И на удивление, этот курс очень дал хорошие, положительные, позитивные успехи. Элемент, из-за которого ты существуешь здесь, в тех условиях, которые нас окружают, найден. Он обнаружен. О нем говорили и знали величайшие ученые прошлого. Этим секретом пользуются самые успешные люди. Те, которым нужно чудо, и они его получили. Это нечто, этот элемент хранится в спинномозговой жидкости и контактирует с твоей центральной нервной системой. Я с гордостью обучаю людей его накапливать и использовать, торговать по собственному усмотрению, и пусть тот, кому этот элемент нужен, а они существуют и обладают силой только ради него и только с ним, дадут вам что-то взамен на ваших условиях. Этому научились сотни, скоро уже будут тысячи людей, все больше и больше, так как элементы его накопления – это единственный инструмент, способный помочь вам быстро, когда, кажется, ничего не поможет и все безнадежно. Это не так, и элемент дает многое, то, что вы хотите. Доказательства железнобетонные, в том числе и научные, а отзывов уже скоро будет под сотню. 6 января в понедельник 2025 года начинается 6-й по счету большой онлайн-курс по накоплению элемента и использованию элемента с целью получения того, что вы хотите. Длительность курса 49 и 90 дней. Сейчас условия участия в курсе самые лучшие. Чтобы узнать их и принять участие в самом важном и рабочем онлайн-курсе в вашей жизни, переходите по ссылке в описании под этим видео в группу в Telegram. Ознакомьтесь с условиями, отзывами и сутью и ставьте в комментариях плюс. После этого с вами сразу свяжутся. Если у кого-то нет возможности принять участие в курсе, по тем или иным причинам вы можете прочитать книгу «Восхождение», где описывается суть и тайна элемента, как с ним работать и как использовать на себя. Книга стала настоящим бестселлером. Чтобы приобрести книгу, переходите по ссылке в описании под этим видео в Telegram и пишите в комментариях «Книга». До встречи на курсе или страницах книги. До встречи в группе в Телеграме. Запомни, со мной или без меня ты должен оставить элемент себе. Человек, не бойся. Вселенная и все ее мерности не вечны. И так происходит, потому что ты сам этого хочешь. Прежде чем белая дыра создаст новую вселенную, ты будешь всем, что когда-либо в ней было и будет в этой вселенной. У тебя будут ответы на все вопросы. Ты будешь всеми случившимися историями во всех мерностях. Но у тебя есть выбор сейчас и здесь. Ты сможешь сделать свою реальность прекрасной и реальность тех, кто тебя окружает. Так же и после смерти. Для этого есть способ. Пусть они считаются с тобой, а не наоборот. Они от нас зависят больше, чем мы от них. Если ты хочешь, чтобы я больше рассказал об этом, напиши в комментариях.